Все? Да. Всем привет! Мы находимся в клубе CrossFit Red Yard и подводим итоги конкурса, который мы проводили в Инстаграме. Конкурс среди девушек «Мама, я одна». По условиям конкурса нужно было сделать фотографии, либо написать интересный текст о том, как вы достали девушки со своим кроссфитом своих близких, друзей, коллег или животных. Или животных, да. И сейчас мы будем подводить итог, разыграем вот эти чудесные кроссовки Nano 6. Итак, что, принимаемся за обсуждение? Да. Кто за кого? Я очень быстро скажу. У меня Тамара Жицова. Я за нее голосую. Мне понравилось, как она раскрыла тему и провела действительные доводы в виде голых гольфов. Действительно, надо обуть эти ноги. Я за то. Дальше. Так, давайте Федя. Я потерял опять. Где здесь посмотреть всех участников? Мама, я знаю, что это. Точно. Вот. Так, я раздираюсь между четырех участниц. Значит, одна история – это Сотрик, вторая история – это Настя, Настина 13 Терли, Тома и Оля Кан. Но из всех четырех мне показалось, что самая убитная история и подходящая по всем канонам – Осетрика. Так что я буду судить. Я тоже голосую за Сетрика. Мне очень понравилась и фотография смешная, и смелая, и история веселая, даже несколько веселых историй. Мне понравилось, я голосую за Сетрика. Сеня, что ты думаешь? Я лично знаком с коллегами данной участницы. И действительно, они очень, так скажем, лестно отзываются о занятиях кроссфитом Тамары Жильцовой. Поэтому я голосую за нее. За Тома. Да. Ну, историй много было интересных. Я проголосую за девочку, которая подошла творчески к выбору фотографии. Она специально сделала фотоколлаж. Это Настя. Фотки, где она показывает бицуху своим коллегам, где она показывает синяки своим родным, где разодранные руки кошки. Настя, молодец, я за тебя. Мое мнение разделилось среди трех участниц. Это Оля Кантемирова, это Тамара Жильцова и это Алена Сетрова. Я считаю, что каждая из них в полной мере практически раскрыла ту суть, которую мы вкладывали именно в название этого конкурса. Но лично мое предпочтение я хочу отдать Тамаре Жильцовой. У нас есть еще человек. Еще один. Я прочитал тоже все истории. Мне все понравилось. Ну не все, но большинство историй мне понравилось. Но я в голос смеялся вот истории Осетра. История Алены мне понравилась больше всего. Прям очень смешно. И по делу. Я голосую за нее. Что у нас? У нас еще есть, да, другие путешественники. Грузии. Грузины из путешествия. Всем привет. Да, всем привет. Мы находимся в Грузии, конкретно в Сванете. Очень радостно, что в комплексе участвовали не только атлетки в конкурсе. В конкурсе участвовали не только атлетки клуба CrossFit Red Yard, но и остальные девочки. Ирма, Маша Вильгота. Маша уже практически как своя. Отличные фотографии у всех, отличные посты. Выбрать было очень тяжело, но должен быть победитель. Лично свои голоса я отдаю Тома, Тома Жильцова. Девчонки здорово все написали, трудно очень выбрать победителя, но я все-таки за Сетрика. Сетрик, ты молодец, я тебя ну, люблю. Посмотрим, как проголосуют остальные тренеры. Всем привет, скоро будем тренироваться. Таким образом у нас получилось, по-моему, одинаковое количество голосов, да? Так, я за Настю, а кто за Тома? Давайте за Тома. Три. Петрович, четыре. Четыре. За Сетрика. Раз, два. Максим. Три. Наталья Коровна. Четыре. Ой-ой-ой. Два победителя, одни кроссовки. Что, по одному кроссовку? Ну тогда будет двое кроссовок. Вторые кроссовки! Точно! Это решение. Итак, у нас два победителя. Это Тамара Жильцова. Тамак и Осетрик.
Алена Осетрова. У нас две победительницы, двое кроссовок выходят к ним. Девочки, мы вас поздравляем. Благодарим всех участниц, которые приняли участие в этом конкурсе. Конкурс сложный, не просто нажать репост. Здесь нужно было проявить творчество, написать какую-то историю, либо сделать фотографию. Девочки не только из Редьяра принимали участие, мы все это читали. Спасибо, девчонки. Да. Всем спасибо, всем пока. Пока.